Привет, друзья, с вами Скай, и это игрушка под названием Swarm Control. Игра, в которой нам предстоит оборонять ульи. Ульи, вот эти вот самые ульи, которые вы видите на экране, от вот этих вот медведей, которые периодически пробегают от наших пчелок. Да, что они сделают, что это защита драгона меда. Так, ну, приступим. Honeycomb Network. Я так понимаю, это какой-то пчелиный такой новостной портал. Так, было совершено, я так понимаю, на улей нападение. На пчел нападают медведи, поэтому они пытаются обороняться. Вот такие вот медведи. Они любят, очень любят мед. Поэтому наши пчелы-ученые решили объявить им войну. А мы, собственно, им в этом поможем. Мы будем пытаться, по крайней мере, уничтожать этих медведей. Или хотя бы отпугивать их. Вот, видите, вот нам подсказывают. Оп. Ему уже неприятно. Пчелы. Оп. Ему еще неприятнее. Ну что ж вы так. И давайте парочку пчел. Хлоп. Ну, пчелы, не тупите. Чем больше вас, тем круче вы. Вот так. Все. Они свалили. Ага. Сколько цветков? 9, 10. Отлично. 10 цветочков будет. Купим шипы. Шипы вещь хорошая, пригодится. Так, отлично. Давайте васпов сделаем. Просто, ну, почему нет? Ох, сколько медведей? Офигеть, их очень много. Надеюсь, пчел типов. Хотя не знаю. Ну вот они у нас накапливаются. Пчелы. Чем больше пчел, тем круче. Мы по-любому сделаем сейчас шипики, которые будут помогать нам. Хлоп! И нету. А ты куда собрался? Вот, я тоже не понял, куда он собрался. Дорогие мои пчелки, возвращайтесь домой. И помогайте мне обороняться от этих злобных медведей, которые пытаются на нас напасть. Ну вот увидите, а. Совсем оборзели. Вот так вот. Так, помощь. Пчелиный медведь, маскирующийся. Просто вот так вот. А ну, не офигевай. Отвалить. О, вот это пчелки. Вот это пчелки, я понимаю. Умницы мои пчелочки. Давайте. Покажем силу роя. По-моему, я что-то путаю. Ну да ладно. Electric wires. Электрические провода, я так понимаю. Если я правильно это понимаю. Зачистил. Давайте будут у нас wasp. А здесь вот. Waxibi. Отлично. Ну, вы создавайтесь. Электрическая оградка у нас должна. Ну, не оградка, а ловушка. Хорошо действовать. Ну, куда же вы? Вот так вот. Пчелы возвращаются. Эти нарастают. Ну, придется отогнать. Ох, ё-моё. Это что еще за товарищи такие? Так, еще пошлем. Эй-эй-эй. Вали отсюда. Так, загрызите его. Атакуйте. Вы еще атакуете? Да что? Что ж он такой живучий-то? Вот так, молодцы. Молодцы. Центрального облепите. И вместе его уводим. Ого, ого. Ребят, вы оборзели. Вы что, в курсе? Отстань. Так. Кидаем, закидываем. Убираем его. Еще одни. А мне вообще-то они не нравятся вообще никак. Пчелки, помогите. Дорогие мои пчелы. Так, отогнать. Давайте поставим здесь. Не должно их быть тут. Вообще никак. Так. Еще одну поставим. Пусть идет, колется. Гребаный медведь. Вот так. Давайте. Молодцы, просто погнали его. Офигенно, мне игра эта очень нравится, надеюсь, вам тоже, поэтому ставьте лайки этой игре, потому что она офигенная. И попробуйте в нее сами поиграйте. Также вы можете поставить побольше лайков, и то выйдет скоро следующая серия. Ну не скоро, а... То есть, пишите в комментариях, если вам нравится эта игра и хотите больше серий. Вот. Так, продолжим. Значит, у нас будет музыкальная пчела. Значит, какая-то другая странная. Wasp. И вот.
Вот разные типы пчел. Ага. Вот так. Давайте атакуем его разными типами. Мне совсем не нравится, что такие. Понятно. Музыкальных медведей надо атаковать нотами. Они ему больше всего нравятся. Понял? Вот так вот. Мы просто заколем. Да что ж ты будешь делать-то? Вот так. Да уберите вы его от меня. Вот, прогнали. Этот у нас стал товарищем, который очень сильно восприимчив теперь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Какие нехорошие они, а? Вот так вот. Ну что ж ты делаешь-то? Уйди, уйди. Чем тебе надо атаковать, чтобы ты отвалил от меня? Вот. Давайте еще поставим здесь вот таких штуковин побольше. Ну, вот так. Свалил, молодец. Оп. Давайте небольшую атаку ему, пусть замедлится немножко хотя бы. Ну, отстань ты от меня, а. Что ж ты за медведь-то такой, чуть не сказал, что же за человек-то такой. Ну, какой он человек? Он не человек, он просто гад, который ко мне сюда ходит постоянно. Так, давайте. Нотки, вы меня выручите. Я знаю. Я знаю, что вы мне поможете. Давай, ноты, вы чё? Вот так вот. Вот так вот, молодцы, молодцы. Просто молодцы. Ой, не те, не те, не те. Вот так вот, у вас хорошо влетает. Вы кто такие? Идите нафиг, я вас не звал. Вот так вот. Ну что ж ты. Так, я думаю, наставить как можно больше. Ты еще что такое? Какого фига ты маскируешься? Давайте медом его обмажем и пошлем наших дорогих пчел. Они справятся с этой миссией. Явно. Ну, по крайней мере, должны. Обязаны просто. Ой, нет. Не те, не те, не тех в атаку посылают. Давайте, поклейте его. Наши друзья должны... Пчелы, не тупить. Не троить. Долбануть его током. Вот так вот. Ноты. Молодцы. Офигенно. Все правильно делаете. Вот так. Ну-ка. Все пошли на него. Вот так вот. Молодцы. Следующий уровень. Отлично. Реально офигенная игра. Она просто... О! Затягивает на долгое время. Сейчас нам на 300 напилок. Сколько у нас всего? Даже не знаю, что это вообще такое. Музыкальных одних поставим, и здесь еще будут обычные ласпы. Они более универсальные, поэтому мы их и будем ставить. Что они вот делают? Мед любит, непонятно что. Pretty Touch. То есть, это вот эти? Нет. Давайте вот так поставим. Вот так. Да. Ласп в атаку. Вот так, молодцы, молодцы, молодцы. Правильно все делаете. Ох, ох. А если я вас, может, пошлю? Вы мне поможете? Потому что, ну, как же можно без такого? А ну-ка, давайте, в атаку. Меня не поняли. Атакуем. Вот так. Ой, не то, не то, не то. Ну что ж вы делаете-то? Вот так. Он надолго не пройдет. Так, сюда. Может, вы, ребят, мне поможете? Давай, давай, давай. Вот так, вот так. Офигенно. В общем, все хорошо. Вот так. Его электричеством долбануло. Мы можем, можем же помочь. Свои же все. Ну что ж вы, никак не хотите. Вот так вот. И еще вот так вот. Так, закинем. Вот, просто вот так вот. Пошлем сюда. Горшочек один. Вот. Ого. У нас они, оказывается, по жести вообще впиливают-то. Давай. Давай, сюда подставим это. Тебя долбанем электричеством пару раз. Чтоб неповадно было. Вот так.
А ну-ка, долбаните-ка его как следует. Вот так вот. Вот, ну, блин. Этот электротоварищ меня уже бесит. Ну-ка, пропишите ему. Пропишите им всем. По самой не балуйся. Ну, что за проблемы? Они у нас не должны дойти. Вот так вот. Просто... Ой, не могу, не то делаю. Какой раз уже. Так. Давай, вносим им дамаг. Ну, кто они такие, чтобы противостоять нашим заговорам пчелиным? Да как так-то, а? Вот так. Вот этот гад не должен выжить. Вот так. Отлично. Отпугнем этих. Вот сюда поставим. Ну что ж ты? Убейте его. Прогнать, прогнать. Хорошо. Умницы просто. Вот. Вот это вот, да. Неплохо вписывают. Мои пчелки. С дамагом у них сам раз, все. А ну стоять, коп, поперся тут. Вот так. Отлично. И этому вломим. Ох, как же вы не туда полетели. Давай. Медом тебя замажем. И мы, кажется, отбились. Да. Level complete. Просто complete. Отлично. Ух. Нам хватает на Pollen Puff. Мы поставим Pollen Puff. Покупаем за 300. Хотя можно было Stix Wax поставить, но... Я даже не знаю. Мне кажется, это более эффективным. Но на этом мы с вами на сегодня заканчиваем серию, потому что подошло время. Вы сами сможете поиграть в игру. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте писать в комментариях, нужно ли вам следующее видео по этой игре или нет. Так что... Доброго... Удачи всем! Увидимся в новых сериях. Всем пока!